Девочки, всем привет! Сейчас я запишу видео о том, что я сегодня взяла в Мегахенди. Мои покупочки. Так, первое, с чего хочу начать. Вот такая вот юбочка. Тут она какая-то гигантская, кажется. На самом деле, но она мета миди, то есть ниже колена. Такая вот интересная юбочка. Это первое, что я взяла. Потом я взяла такое вот платье кроя трапеция. Не очень удобно самой записывать. Оно поярче, чем на видео. Вот такое с рукавчиками. Такое вот простенькое платьишко. Понравилась мне расцветка. Давай, держи. Вот так держи. Вот так держи. Вот так. Не, вот здесь второй рукой, вот здесь пальцами нет. Ага, Алина мне пришла на помощь. Купила я вот такой плед. Яркий, можем потом использовать. Розовенький, красивый. Розовый. Он вообще тут 1.2 метра на метр, наверное. Такой красивый пледик. Это будет мне типа одеялка. Так, он вышел, кстати, 120 рублей. Юбка вышла, по-моему, тоже 120. Платье 89. Вот такие вот шортики мне понравились. Купила вообще классные. Сделаю вставочки себе по краям, потому что они мне маловаты, но такие блестяшки классные. Взяла, не смогла устоять. Взяла еще вот такие вот шорты. Недавно, кстати, видела обзор, что типа моднячи такие, как труселя. Такие увидела, прикольные. Ну, что-то тоже в районе 100 рублей эти вещи стоили. Вот такая юбка. Так, дальше. Сейчас, вот такая юбка обошлась в 30 рублей. Сейчас покажу. Она, конечно, широкая, вообще она большая. Но мне понравилось, что она плессированная. Ага. Я ее сделаю под свою фигуру. Да, вот здесь ее обрежу лишнее. И все будет хорошенькая такая юбочка. Взяла вот такие интересные брюки. Скелеретор. Да, такие вот легенькие брючки. Ну, вы знаете, да, что вертикальная полоска, она удлиняет. Вот такие вот брючки взяла себе. Взяла еще себе штаны под кожу. Такие плотненькие мне понравились. Вот такие вот штаны под кожу. Взяла так штаны под кожу. Вышли 150, по-моему, рублей. Да. Вот такая вот. 79 рублей разлитейка. С пайетками. Она такая сине-фиолетовая. Вот, кстати, здесь не очень видно на видео цвет. Не совсем точно, все-таки камера передает цвет. Взяла. Сейчас я вообще что-то прикололась покупать такие утягивающие маечки. Вот здесь вот на животе утяжка очень хорошая, прям капец, такая плотная. На лифчике, наоборот, утяжки нету. И вот здесь вот в конце тоже утяжки нет. То есть сам вот идет упор на живот. Так, взяла еще. Платье? Вот такая, нет, юбочка. А. Вот такая вот юбочка. Понятно. Длинная. Видно, не видно. Видно, все видно. Юбка в пол. Тоже около 100 рублей. И взяла, знаете, скатерть. 119 рублей она обошлась. Вот такая вот просто скатерть. Ткань мне понравилась, достаточно плотная. Аккуратно все прошито. Покажи, как прошито. Ни ниточек, ничего нету. Только цвет молочный, мне понравилось. Тем более за 119 рублей с котерочкой. Я отглажу вот вообще конфетку. Мне как раз есть к ней, потом с ней потом как-нибудь с кого украшу. В принципе, все. Это все мои покупки.